Так, сегодня расскажу немножко по корму, так как, так, да. Так, друзья, ну вот, это вот все, что у нас осталось по корму. Дело в том, что очень быстро расходуется вот этот корм профи. Во-первых, так, ну вот, друзья, у нас заканчивается корм. Ситуация вышла такая, что у нас давно к нам не приезжал пэт-шоп. Так, давай, говорю. Так, друзья, у нас заканчивается корм. Нам придется дозакупать. Сможешь, Саша, я в тебя верю. Нет. Так, меня верит Лайма. Потому что ей пофиг. Друзья, у нас вот заканчивается корм наш. Объясню, в чем ситуация. У нас повысился расход, так как к нам давно не приезжал пэт-шоп, и все подарочки мы уже, конечно, доели. Поэтому в основном кормим только вот этим кормом. А так как еще и зима, то у нас расход повысился. То есть некоторых собачек мы докармливаем дополнительно, кто худенький, чтобы они, не дай бог, не похудели, не замерзли. Поставка корма должна была быть в пятницу в эту, но перенесли ее на среду, а до среды мы не дотянем, поэтому нам придется закупать корм и смешивать с этим, чтобы у нас не было опять поноса на базе. Вот. Как бы он еще и быстро расходуется, да? Очень хорошо, сказала. Да, очень хорошо. Это рыбий жир добавляем с витаминками. Потом перемешаем. Лайма! Чего? Лайма, красотка! Она уже поела? Да. Давай, скажи. Хочу корма. Покормите меня. Не хочу голодать. А ты же ее тоже кормила? Да, покормила. Да я ее покормила. Друзья, у нас осталось очень мало корма. Во-первых, сейчас зима, поэтому мы многих собачек кормим дополнительно. К тому же еще и пэт-шоп к нам давно не приезжал, а все подарочки мы благополучно доели. Сейчас кормим только вот этим кормом. Ну, там с витаминками, но... Я не могу, у меня не получается. У меня рот идет быстрее, чем голова. Не знаю, потому что там я тоже говорю. Друзья, у нас закончился корм. У нас ничего не закончится. Ну, Галя, не... Своими разбомбила. Друзья, у нас очень быстро заканчивается корм. Подарки от пэт-шопа мы доели уже давно. И к нам давно не приезжал пэт-шоп. Поэтому основной наш корм это именно профи. Добавляем, конечно, витаминки какие-то, но все равно. Поэтому он расходуется очень быстро. К тому же сейчас еще и холодно. Поэтому щеночков, которые такие растущие, и тех, кто, ну, уже взрослые собачки, которые не особо шерстяные, мы кормим дополнительно, чтобы они не мерзли. И вот. Надеялись, что доставка кормов будет в эту пятницу. Так и договаривались. Но она, скорее всего, будет в следующую среду. А до этого времени мы не дотянем. То есть нам придется дозакупать какой-то корм, чтобы смешивать с тем, что у нас есть сейчас, чтобы не было поноса. Вот, поэтому придется закупаться, искать в городе где-то корм. Причем срочно. Так, а у нас небольшие осложнения после стерилки, поэтому мы с Найдой поедем сейчас в Ветку. Держи, Найду. Найда, пойдем. Заходи. Глянь, она боится или не хочет. Да ничего она там не съела. Че? И она прошла неделю стерилизовать? Да. Ну это уже шестой день или седьмой, вот получается. Шестой. Да. Она ее сожрет. Маловато, по-моему, нам не обязательно.
Так, ну пришлось купить Наде воротник, потому что без него она будет лезть в свою попонку, рвать ее. Да, будешь ходить в торшере. Вот, счастливый обладатель. Так, ну все, едем с Надей домой, придется за ней следить. Да не домой, а за кормом надо еще заехать. А, точно. Надю, наверное, придется в дом посадить, чтобы следить за ней. Объехали кучу магазинов, нету, короче, релки, пришлось заехать в Персиановку и купить вот такой корм, дружок, он похож на наш. И для пробы взяли еще вожак. Вот, если нам эти корма подойдут, то завтра приедем еще, точнее, докупим. Вот. Ага. Все, Найда, молодец, красотка. Все. Ну да, попробуем его сегодня. Потом посмотрим. Ничего, просто смотрю.